Привет, друзья, ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Чем чреваты для Дональда Трампа многочисленные судебные иски? Угрожает ли Трампу уголовное преследование? Может ли бывший президент стать будущим президентом? В худшем случае Трампу может угрожать уголовное преследование и не одно. Самого неординарного из бывших американских президентов наверняка ожидает самое неординарное пропрезидентское будущее. Будущее человека, отбивающегося от судебных исков. В худшем случае Трампу может угрожать уголовное преследование и не одно. Наиболее вероятная перспектива во многолетние судебные тяжбы по гражданским искам, уже предъявленным большему президенту, истцами в них выступают самые разнообразные заинтересованные лица: конгрессмены, женщины, обвиняющие его в сексуальных домогательствах, прокуроры штата и города Нью-Йорк. Число истцов, скорее всего, прибавится сразу после оправдания Дональда Трампа сенатом. По делу об имбичменте прокуратуры в Джорджии начали уголовное расследование по делу о попытке фальсификации президентом результатов президентских выборов в штате. Расследуются обстоятельства телефонного разговора президента Трампа с госсекретарем штата, во время которого Трамп потребовал от чиновника найти недостающие ему для победы в штате голоса. 16 февраля конгрессмен-демократ Бенни Томпсон вчинил Трампу иск с обвинением в подстрекательстве к штурму Капитолия. Иск гражданский, то есть чреват большими финансовыми штрафами для проигравшего. Томпсон откровенно говорит, что его цель – разорить Трампа. Другие истцы не говорят о своих целях, столь откровенно, но по мнению самых разных комментаторов, за беспрецедентными попытками преследования бывшего президента, отчетливо проглядывает и желание нейтрализации потенциального кандидата в президенты. О причинах этих исков мы и поговорим. Начнем с разговора с Ильей Соминым об их опасности для бывшего президента. Пока самым замечательным является уголовное расследование в Джорджии. Может оно обернуться очень неприятными последствиями для бывшего президента. Как вы считаете? Возможно, да, говорит правовед Илья Сомин. В особенности потому, что он не просто попросил найти голоса. Он сказал, что если вы не найдете, я вас буду преследовать. То есть он им угрожал. Вполне возможно, что это незаконно, что это даже уголовное преступление. Но мне трудно быть уверенным, так «Я не специалист в этой сфере юриспруденции». Вторую потенциальную опасность для Трампа представляет его выступление на митинге перед Белым домом, после которого группа протестующих ворвалась в здание Конгресса, где в таких случаях грань между политическим призывом и подстрекательством. Есть, конечно, прецеденты дел в Верховном суде, где этот вопрос исследуется, но абсолютно четкую линию произвести трудно. В этом случае очевидно, что Трамп как минимум подошел близко к этой линии, поэтому если будет проведено расследование по этой статье Уголовного кодекса, то тут пришлось бы решать, перешугнул Трамп эту линию, или нет здесь значительные аргументы с обеих сторон если федеральные прокуроры решат что у них есть значительный шанс на победу то возможно что они заведут дело пока о подобном расследовании в отношении бывшего президента официально ничего не говорится кто может принять решение о начале такого расследования это решение обычно принимает просто прокурор в этом случае наверное главный прокурор округа колумбия где находится город вашингтон в принципе это решение может рассмотреть генеральный прокурор или даже президент но по традиции по политическим нормам эти решения принимает местный федеральный прокурор конечно местный прокурор может порекомендовать генеральному назначить специального прокурора чтобы специальный проводил расследование этого дела на этом я с вами прощаюсь подписывайтесь на наш канал жмите на колокольчик а также не забудьте пойти на наш сайт странички инстаграма фейсбук ссылки в описании